68. Что будет в 69? Дай бог, чтобы кусочек хлеба был. Замуж поздно. Давай. Сдохнуть рано. Сидит она у ресторана. Давай это самое. Желание загадывай. Свечку задувай. Желание. Про себя. Все. Вышли с мамой погулять опять в британские пекарни. Сегодня ей исполнилось 68. Всего лишь. Так что, как всегда по традиции, поедем в Британию, в Лондон Молле. Да ну, отмечаем. Как? Хоть так. Лондон Молл работает с 10 до 10. Наша Прошечка с нами пошла. Не отпустила нас. Не отпустила, говорит, я тоже хочу 5 o'clock tea. Да, Челси? Я же Челси. Знает, куда идти. Лондон Кап. Никого почти нет. То есть мы кролика с ним. Пирожные. Да. Дорого. 250. Чизкейк. 250. Вот торт чизкейк 1700. Нет, нет. Сколько там день рождения скидка? Скидка 10% на торты. На все торты 10% скидка. С днем рождения поздравляю. Что, сэндвичи будешь? Для киш? Вот это. 220 заварной. Миндальный с марципаном. Сейчас еще крем. А, оно все с кремом, по-моему. Почему без крема? Может, киш? Нет. Какой киш? Сидим, ждем наш заказ. Девочка под столом. Садись сюда. Садись. А ты ее усади. Она встала. Вот так. Ой, умничка. Молодец. Вот. Мамина доча. Мамина. Ну вот, Настя купила себе чизкейк. А мама печеньки. Зато кофе латте. Это мои приборы. Не надо на стол. Вот, на салфеточку. Ой, там еще что-то. Вот сюда клади. Нет, это салфетка влажная. Ну все. С днем рождения, мамочка. Как всегда. Ну, хоть не так, как ночью с черным хлебушком. Так, наливаем чай. Зело-черный на этот раз. Мама захотела. А зеленый. Обычно ты какой берешь? Обычно зеленый. Да ладно. С жасмином, с мятой. Ты, по-моему, никогда не брала. Ну, надо было взять, Настя. Ничего. Я же все равно кофе. Так, теперь нарежем такой маленький-маленький чизкейк. Какая прелесть, запах свежий. Какой я скучала по чизкейкам. Не, они у нас есть, конечно, но они у нас дорого стоят. Там все-таки, там я целые торты ем, чизкейки. Челси, а тебе дать чизкейк? А ей нельзя, она сегодня болеет. Я и печенку дам. Ну, что? С днем рождения. Попробую мамино печенье. Британские пекарни с любовью. Челсику нравится. Значит, съедобно. О! И у мамы есть блюдо. И у меня.
еще пока цел чизкейк. Ну и как всегда по традиции, купили маме подарок в ее стиле. The best coffee shop made with love. Have a good day. Ну а мне кружечку в коллекцию к имеющейся. Где-то она тут вот там стоит. Вот она, красавица. Кружечка и баночка. С днем рождения, мамочка! Хи-хи-хи!